Чебоксарские эмоции покорили европейскую публику. Хореографический коллектив «Эмоция» детской школы искусств недавно вернулся с международного фестиваля «Фолк-фиеста», прошедшего в Польше. Наша съемочная группа отправилась к ребятам, чтобы из первых уст узнать о поездке. «Фолк-фиеста» – фестиваль с богатой историей и традициями прошел в этом году в 9-й раз. 15 коллективов из Европы, Азии и Африки приняли участие в международном конкурсе. Российскую Федерацию представил хореографический коллектив «Эмоция». Фестиваль был потрясающе организован. Каждой группе был предоставлен гид. Были предоставлены замечательные условия для проживания в гостинице. А самое главное – это дружески настроенная публика. Фестиваль тем и отличается, то, что он проходит, можно сказать, бюджетно. То есть на этот фестиваль, чтобы попасть на этот фестиваль, проводился жесткий отбор. Документы и видео, и фотоматериалы я отправлял в октябре прошлого года. Зрителей и организаторов заинтересовала самобытность нашего коллектива. Зажигательная русская пляска, игровая татарская вариация и колоритный чувашский танец. Все эти направления слились в одном номере чебоксарского коллектива. Коллектив очень симпатичный, дети красивые. По итогам фестиваля юным дарованиям из Чувашии вручили памятные подарки, а также диплом европейского образца и кубок. Кстати, у ансамбля кубков настолько много, что они уже не помещаются на полке. Раза в неделю по 3 часа. Таков график занятий у группы. Времени танцы отнимают много, да и трудности есть. Но, по мнению ребят, это того стоит. Да и результат, как говорится, налицо. Мне запомнилось, как мы гуляли по разным городам, как мы шествовали по улицам в своих национальных костюмах чувашских. На нас все заглядывали, с нами все фоткались. Особенно страны, которые находятся не в Европе. Это уже вторая поездка коллектива за лето. Юные танцоры из Чебоксар покорили не только польскую сцену. Коллектив «Эмоция» принял участие в международном фестивале «Алегрии», который прошел в Испании буквально пару месяцев назад. На этом ребята не намерены останавливаться. Впереди большие планы. Кстати, молодых танцоров уже пригласили на фестивали в Грецию и Македонию. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.